Открытости и прозрачности требует общественность от правосудия. Но не всегда путем судебных разбирательств простому народу удается достичь желаемого. За годы реформ в судебной системе стране не удалось избежать таких понятий, как бюрократия и коррупция. И вот, наконец, судебная система с целью обеспечения прозрачности проводит ряд, как показалось, существенных мероприятий. Так, для информирования общественности функционируют теперь интернет-сайты sot.kg и act.sot.kg, где размещается информация о месте и времени проведения судебных заседаний. Публикуются судебные акты, в базе сейчас их 100 тысяч. Портал доступен не только самим судьям, юристам, но и любому гражданину страны. Система автоматически сама определяет, какое дело к какому суде попадется. Вот, например, 26-16 попало Садырова Чинары. Эта система сама вычислила, я никак не участвовал. Кроме того, в залах судебных заседаний будут установлены системы аудио- и видеофиксации, что поспособствует открытости судебных процессов, повысит честность и ответственность судей. Данная система ускоряет нашу работу, она автоматизирует, исключаются человеческие факторы. Для нас он очень удобен. Ну, у нас практически уже вся работа ведется на данной программе. Мы также еще делаем в ускоренном темпе отчет. В Верховном суде также функционирует система автоматического распределения дел. Вместе с тем мы слышим о новом направлении, как электронное судопроизводство, способное повысить качество рассмотрения всех процессов. А самое главное, оно обеспечит прозрачность судебной системы и исключит коррупционные проявления. И, кстати, процесс уменьшает количество контактов между сотрудниками судов и заявителями. При поступлении нового гражданского дела они регистрируются в программе автоматического распределения дел. Происходит это примерно так. Заполняются все графы, все разделы. Здесь указаны сущности дела, какие судебные акты обжалуются, какие судьи рассматривали. Есть повторяющиеся исковые заявления. Иной раз нам очень сложно проследить непосредственно от поступления таких заявлений. АИС дает возможность в автоматическом режиме сразу же, к примеру, председателю показать, что вот такое заявление этим лицом ранее уже подавалось. Как стало понятно, цифровизация упрощает работу судей, а также участников процесса, избавляет от рутины. Как уверяет судебная власть, настал новый этап судебной системы. Нововведения эти решат многие проблемы, пообещали нам. Сарамжалду пайдалану максатында. Элиза Балбакова, Алтын Куманчбеков, Нью ТВ.